Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 696. События дня. 2 Тимофея 2.8. Почему через тире? Потому что не вмещается, не пропускает система при названии роликов двоеточие, там, кавычки. А потом я заменю. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. 8 ноября 2017 года. События какие? Дома сижу. Пенсионер сидит дома. Но у меня события. Приезжают, звонят. Я целый день. Вот вчера Гальдера 3 тома перекопировал сам. Выделял, смотрел, возвращался. Гальдера знают. Это начальник генерального штаба Адольфа Гитлера. И как с ним что было. Потом он попал. Был отстранен от власти в 1942 году, а потом попал под подозрение, что участвовал в заговоре против Гитлера, его арестовали, в Дахау отправили, и американцы его там освободили. Ну и он там получил свой срок, сидел, а потом с ними сотрудничал и писал. Когда он был начальник генерального штаба, он все записывал. Я многое увидел там. Именно вот он говорит... А нас это неприятель, противник, накапливал силы, то-то. С той стороны я никогда не видел этих записей. Гальдер, на него все ссылаются. Я не переведен из немецкого, и в советской литературе эти 3 тома изданные. И нигде вот о Господе нету слова, ни одного. То есть безбожник был, фотография его. Все они бритые. Ну, про масонина, но фельдмаршал, я так понял. А может быть, не фельдмаршал, просто генерал-полковник. Так. Галина Влеська. Мир вам, любимые христиане, с большой буквы, то и другое слово. То есть она у нас была в лагере, не в лагере, а нынче в Потеряевке отдыхала, шила там, везде врач. Да, стремимся к совершенству каждую секунду жизни. Священным Писанием, перемалывая себя, песчинку в этом мире. Это мое стихотворение она прочитала. За двоеточием Слово Божие. И Дух Святой с душою говорит. Как широко подмечено это вами. Это у меня свое стихотворение послал. Но я их не называю стихами, а проповедью в стихах. Сколько могло просуществовать человечество, не будь Библии. Жутко себе представить, но Творец позаботился о своем творении человеке. И нас не оставил на погибель СД. Это на меня нападает СД. Фамилия, имя или как-то связано СД буквы. Ну, сатана, дьявол. Еще раз пересмотрел документальные фильмы о вас. Впервые смотрела 4 года назад. Впечатление мое одно и то же и после живого общения с вами. Вера, молитва, труд, любовь. Все с большой буквы. И это все делает Бог. Не охладеем же и мы в своей любви к Богу до канона своего. Кланяемся и благодарим Бога. Благодать Христова да пребывает со всеми вами. Аминь. Спаси, Христос, за ненапрасные труды, Игнатий Тихонович. Работаем! Но я показываю это стихотворение. И оно тут с этими, с указаниями, откуда взято, место Писания. 2 Петра 1.21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот какое оно там стихотворение? Вот двоеточие. Все стихотворение, 36 строчек, посвященных двоеточию. Ну, найдите мне в мировой какой-то поэзии, литературе, чтобы двоеточию придали такое значение. Ну, у меня в мыслях того, что нигде я не встречал, и нету, и никто не обратит внимания. Во-первых, это надо узнать, почему оно есть. Стихотворение, полностью посвященное двоеточию, знаку препинания. Вот вообрази такое. И главное, что везде будет указано, откуда взята мысль. Вот Откровение, Псалом, Числа, Исход, Иоанн, 1 Паралипоменон, Деяния, Исаия, Иеремия, Лука, Матфея, Лука, 1 Коринфянам, Иов, Бытие, 2 Тимофея, 3.16. Так, сколько, вот посчитай здесь мест. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 раз открыть Библию надо, найти, просчитать.
Прямая речь, где Бог глаголит, там двоеточие стоит, бросает в дрожь. Кто мог расслышать точно Божью волю? Но если слово выпустили, а это ложь? Прямая речь людей один к другому. Здесь нет вопросов, к одному один. Но Бог, но Дух Святой проговорил не громом, на двоеточие растерянно с сомнением глядим. Кто мог запомнить, передать точь в точь, не переставая и местами в слове слово? Как то расслышать самость превозмочь, ведь говорит не человек Егор, а Иегова? Полсотни лет смотрю на букву в рост, за главное местонемение «он», «сам», «его», «мое». «Царствие мое» легко, сказал Христос, вмиг расширяя к небу узкий окоем. Вот Павла дух идти не допустил. Но как? Он слышит что-то или как? От полной речи той дошли одни куски, ведь мы-то их коснулись лишь слегка. У двух евангелистов по-разному одно, и даже «Отче наш» расширили полнее. Одновременный взгляд в протертое окно, как будто разная у каждого линейка. Прямая речь Адама, Евы, змея меня нисколько ныне вовсе не тревожит, но двоеточие за «Бог сказал, не имею, я в той беседе рядом, не прохожий», как верующий в то, что Библия богодухновенна, сомнение в написанном в ней вовсе не тревожит. Все в Библии написано точно, это верно. Я восхищен, пленен, люблю ее до дрожи, но двоеточие шокирует. Но я не переводчик, запоминаю фразу с трепетанием губ. Сомнения тенью отползают, впрочем, язык без извинений не кажется ли груб? 8 сентября 2010 года. Вот я уже с тех пор не пишу ни одного стихотворения. 2 Тимофея 3:16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вот впереди что? Надо знать, что Писание богодухновенно и полезно для научения, и для обличения, и для исправления, и для наставления в праведности. Оно когда вот так человека на мелко протрет, и будет человек совершен, Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вот так. Только что утром прочитал, как человеку дать здоровье, наши негативные эмоции влияют, разрушают нашу энергетику. Тут пишет одна. Я думаю, что же она пишет? Ну, начинает говорить, что самое, это злость, черная злость. Действительно, человек болеет, когда там кричит, злобится. И другое дальше перечисляет. Неуверенность в себе. Я думаю, как она? Говорит, она амулет купить. Амулет она. И все, что она перечислила, в общем-то, да, для здоровья вредно. Но как избавиться? Вера во Христа. Принять Слово Божие. Библия – это не Бог, это Слово Божие. И надо ее понимать. Юрий Соболев. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Вчера состоялось очередное занятие. И вот что интересно. Готовясь накануне к теме, Иоанна, 4 глава, считал о самарянах. А сегодня с утра во время завтрака, просматривая очередной выпуск события дня, слышу ваш комментарий на 1 Ездра, 4 глава, в котором и говорится о событиях, разделивших израильтян и самарян. Можно, конечно, назвать совпадением. Но этих совпадений так много у меня именно в общении с вами, Игнатий Тихонович, что я не перестаю удивиться таким промышлением Господним по сей день. И вот только сейчас, набивая этот текст и получаю от вас духовно-поэтическое наставление, а меж тем получаю их от вас не ежечасно, а порой и не ежедневно, и вновь совпадение. Видимо, Богу угодно так, чтобы именно сейчас прочесть ваш стих. Наверное, именно в эту минуту расположено мое сердце ко вниманию и к его содержанию. Так разумею. По скрипту, то есть добавка после. Прочел. Истинно, промысел Божий. Перед сном вчера именно об этом слушал одну из новых бесед отца Геннадия Фаста. Ну, почти слово в слово. Вот как так это все? А это как-то сделал фото со вчерашней встречи. Ну, я это убрал и... Вот сейчас могу даже показать, где это у него со вчерашней встречи, как у них там занятия идут. Фото из интернета, вот где-то.
Что тут женщина? Врагам. Варен. Соболев. Вот она. Как у них занятия идут, вот посмотри. Вот кто-то сфотографировал занятия. Ну, у меня тут увеличить сейчас. Я не знаю, увеличить. Обломка, рисунок изменить. Преобразовать, повернуть. Ну, что-то такое здесь, я не могу, масштаб. Ага. Вот они. Вот он сидит. Вот тут большой, огромный, как будто экран у них все показывает. Еще кто-то. И тут кафедра в стороне, стол. И вот люди сидят, все стриженные. Ни одной женщины нет в платке, ни одной. Вот на шапочке на одной, на другой есть и все. Но она с нашим-то еще сравнивает это я. Ну и вот дальше что? Ясно дело, что я тут что-то скажу. Где бы мне ни приходилось вести занятия, поясняю, всегда, примерно за 30 лет в университетах, школах и других важных местах, и всюду все женщины были в платках уже на первом занятии. А дальше они сами приходящим указывали на это. И если были курящие, то предупреждали, чтобы в этот день занятия уже не курили, чтобы от них не было вони в аудитории или в актовом зале. Когда вел занятия в милиции, то мне начальство говорило, что их милиция стала вести себя тише. Юрий Соболев. Знал, что на это обратите внимание, Игнатий Тихонович. Много новых людей приходит. Ну, не за всем же уследишь. Новые темы, новая обстановка, новые люди. Ну, а всем я говорю регулярно, дабы сделать ответственными слушающих. И курящим говорю, но здесь пока таких не встречал. С Божьей помощью верю, что исправим со временем и это. Вас же благодарю за наставление, напоминание. Всякий раз вспоминаю вас и всякий же раз понимаю, что в сравнении с вашим опытом я всегдашнее духовное чадо, внимающее Слову Божию через вас и ваше чудное дарование. Вот представь, в университете преподает, и вдруг такие мне слова говорит. Что это такое? Я буду искать его когда-то. Всегдашнее духовное чадо, внимающее Слову Божие через вас и ваше чудное дарование. Я отвечаю, у меня, как у реабилитированной жертвы политических репрессий, есть льготы. Бесплатный проезд по стране раз в год. Но с 1992 года, выдачи мне этого документа, я так ни разу и не воспользовался этим, 25 лет. Нужды в том нет, и дома хватает дела. А вот к вам я бы поехал, хотя бы на месяц. Просто, как бы я там и живу уже. Не приглашайте даже, а то вас там прикроют сразу же. И только за появление мое там и за выход за кафедру. К слову, я ни разу нигде не за полвека не вел занятия в аудиториях сидя, а только стоя за кафедрой или рядом с ней. Всегда. Но вы тут правее. Здесь можно просмотреть 15 уроков в Алтайском государственном техническом университете, где были наши занятия 18 лет к ряду. И вот это все. Вот кнешь когда сейчас, и сразу увидишь их. Юрий Соболев. Но, увы, вы правы, Игнатий Тихонович. Я всякий раз ожидаю, что откуда-нибудь неожиданно возникнет то препятствие, о чем вы пишете. И ведь возникало уже, и то лишь из-за общения с вами. То, что он со мной переписывается, его уже отстраняют там. Преподаватель в университете, мирском, в академии, как Андрей Кура, православно ни на что не смотрят. Лишь бы им ударить. За себя я не волнуюсь, я с этого материально не питаюсь и не живу. Но общему делу повредить, конечно, может. Подумать только. Во свете Евангелия. К слову, с близкими братьями и сестрами мы размышляли о, возможно, реальном приглашении вас к нам для цикла бесед. Но возникло препятствие. Нам никто не предоставит помещения. Не на дому же для 10 человек. А вот про то, что я сижу, так это впервые. У меня профессиональная привычка читать лекции на ногах. Но так как акустика помещения неважная, а микрофон пришлось бы 1,5 часа держать в руках, нет стойки, и обращаться к тексту было решено вести занятия сидя, о чем было спрошено у слушателей предварительно. Вот еще как. Я пишу Никите. Никита, нам нужна глина. Ее можно набрать скорее возле колодца у Володи. Там ее много из колодца достали.
Нужно мешка 3-4 наложить, конечно, не полных, но чтобы поднять можно было. И когда Роман сюда погонит свою машину, то с ним отправить. Тут печки приходится ремонтировать, а глины нет. Сделать сразу, пока снегом не завалило все. Вчера были занятия, 6 глава Откровения, по скайпу. Ну и тут схватились, что паспорт нельзя получать, биометрический, незримо наносят. И Роман говорит, я тогда взял свой паспорт, заграничный, по которому мы ездили, а там все это есть. А Роман-то посмотрел, и с ним тут схватился Игорь Добунов. Ну кто пришел опять, все, и... А я Роману ничего не могу сказать. Я уже все сказал. Зачем? Он добрый очень, Роман. Много помог летом. И ну, просто отталкивать его это будет. Не то, что я там выгадываю за пользу. Нет, я все сказал. Сказал самым суровым образом. Это все стоит. Что Земля все-таки шар земной, не плоская. Хотя сам смеюсь, говорю, мне-то удобнее было бы на плоском стоять, как на колесе, чем на тыкве-то стоять. Роман малыш говорит, там нет у вас биометрического. И поэтому все. А потом... Пишет, уже когда закончили беседу, занятия, он мне написал, я сразу не разглядел, у вас действительно биометрический паспорт. Вы один из тех, кому дано пройти по такой грани, невероятно. Вот видишь, он как подошел осторожно. То есть сказать, что у меня уже стоит знак Антихриста, начертание это, он не решился. Но Рустам пишет, Игнатий Тихонович, а если у меня не имеют уста, когда я долго читаю Библию, это значит, крест я одел давно уже. Он боится, что там, а сам врач. Я отвечаю, начинайте вслух тогда молиться и петь молитвы. Эта напасть должна сгинуть. Рустам, спасибо большое. Ривка пишет сегодня. Игнат Тихонович, вы могли бы сказать, в каких творениях пишется о том, что первые христиане не ели мяса? В интернете я нашла такие цитаты. Златоуст говорит, мы, главы христианской церкви, воздержимся от мясной пищи, дабы держать в подчинении плоть нашу. Мясоедение противно естеству и оскверняет нас. Климент Анкирский, Александрийский. Те же, кто распаляется, склоняясь к столу с яствами, питая собственные недуги, одержимые самым ненасытным из бесов, коего я не позажусь назвать демоном чрева, худшим из демонов. Лучше заботиться о блаженстве, нежели превращать свои тела в кладбище животных. Кладбище животных. Ты мясо съел, похоронил себе ягненка, там, курицу. Потому апостол Матфей вкушал лишь семена, орехи и овощи, обходясь без мяса. А католик мне тоже и говорит, что это липовые цитаты. Это Златоуст не говорил такого. Ну, ему легче говорить, католику. Теперь я уже поясняю, что... Ну, нету такого, я не знаю где. А она нигде ничего не найдет. Теперь ко мне обращается. Где он говорил так, Златоуст? Ну, говорил, ладно, говорил. Он не знает Златоуста. Так что из этого? Ну, Златоуст сказал о себе. Противное естество оскверняет нас. Какое? Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина вовек. Это мы считали? Чтобы не соблазнить. Я запретил, чтобы свинину свиное на обеды, когда бывает, приносили, а мяса нет. А что, свинина грех? Не грех, она вредная. Вредная для желчного пузыря, для ну, всего вредная. Вредная. Вот Климент Анкирский сказал хорошие слова. Сказал он или нет, да кто его знает? Не знаю я. А этот говорит липовый, значит, он знает. А я на это отвечаю. 1 Тимофею 4.1. Дух же ясно говорит. Какой дух? Ну, Божий дух, святой. Что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. От веры-то отступил, и сразу духи обольстители, учения бесовские. И вот в рассуждении обо всем, что мы делаем, вот это... Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Вот характеристика этим людям. Запрещающим вступать в брак, что он оскверняет, и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Так свинью Бог сотворил, змею, лягушку, черепаху. Мусульмане не будут есть свинину, свиноеды они. Вот. И вино не пьют они, и я в рот не беру вина никакого еще. Дабы верно и познавши истину вкушали с благодарением.
Бог все сотворил на пользу. Ибо всякое творение, слово «всякое», что? Тогда свинью не Бог творил. Хорошо. И ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим молитвой, которые против какого-то, что нельзя есть и прочее, они не благодарят, не благодарят, и с благодарением освящается Словом Божьим молитвой. Как, ну, по слову, как, ну, молитва освящается, понятно, а Словом Божьим, но оно говорит, всякое творение Божие хорошо, и кто запрещает есть, запрещает, считает греховное, на это каноны есть, каноны церковные, такого человека предают анафеме, под клятвой он, внушая сие братьям, то есть все можно есть, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. А негодный же и бабьих басен, отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Слава Иисусу Христу! Янушка меня проверяет все. Вот. Вот слово сие верно. А если кто, о, духом обольстителем, вот кто запрещает есть, учением бесовским, что жениться, если женишься, не спасешься, вино, если там, когда положено, разрешается его, я не беру, не пью, но другое, если пьет, ну, однако тогда что, бесовское вино, если так, да? А как же, ну, и везде Христос чашу взял, подал ученикам, пейте. Да и неоднократно его упрекали, что он пьет с мытарями, грешниками. Нет, я не знаю, прав ли католик, искать я это никогда не ищу, где я запомнил, а где страница, тем более в разных изданиях, это же не Библия, ни на главы стихи не разбита. Я этим не занимаюсь, мне это и не надо. Вот она где, Ривка, вот это же творение ее, то, что она говорила. А то вот она вопросы задает, вот она где. Ну, я скопировал себе, перенес. Вчера, интересно, посмотрел фотографию вот это. И мужик один взял лозунг. Ну, вот я сейчас масштаб чуть увеличу. Вот он. «Человек это звучит гордо». Его полиция окружила, люди вот там сзади какой-то уставился. Ну, это Максим Горький сказал. А этот такой, видно, что человек такой, не обидел никого. Человек это звучит гордо. А за этим-то сколько, если гордо, что же вы все-то отняли? Почему все отдали-то Чубайсу и другим-то, миллиардерам-то? Ну, разграбили страну-то. Ну, ниже некуда уже живут люди-то. И полицейские смотрят, не знают, брать его, не брать. Он знает, брать дубинкой колотить, там, бутылку ему в задний проход забить. Это они умеют. Но как, то ли это гордо или не гордо. Если гордо, да как с человеком так обращаться можно? ЖКХ поднимает, везде все. Я вот не могу из труда, из домовой выписать человека. Невозможно, сейчас суд назначается. Выписать, а человека нет уже, скоро 10 лет будет нету. Я плачу, и не один у меня прописан. И никак. А людей-то нет, они уехали в другое государство, в Казахстан, там, в Германию, и что? Если это гордо звучит, и вот они суды, и сидят там из кабинета в кабинет, и только на пропуске 5 молодых вот таких ребят стоят. 5. Так там еще у него в закутках сколько их? Внизу пропуск. Проверяет, боятся, чтобы судьи не тронули. А судьи, еще их охранять, судьи-то? Значит, крепко насолили кому-то, на них многие зуб держат. Человек это звучит гордо, он спокойно стоит, ну еще, за что будете брать? Какая веревочка у него свитая, твердая, как картонка, и написал, человек это звучит гордо. В тупик поставил всю полицию. Полиция это, ну что уж, высокий интеллект какой-то, или что он, тот спокойно стоит, смотрит, ну еще гордо, ну пусть идет, ладно. Нет, ну человек звучит гордо, подожди, что-то тут не то. А что не то, он не знает. Надо бы взять дубинкой огреть мужика, да по голове его, расколотить голову ему в кутузку, не знаю, брать. А как, ну меня за это возьмут? Ну никто не говорит, что это Горький сказал. Буревестник революции.
Вот это экстремизм однозначно написано наверху. Экстремистский лозунг-то. Экстремизм однозначно восклицательный знак. Ну и что тут сказать еще? Юдофобия, русофобия, русофильство. Давайте все сюда сгоним. Человек-то остался везде, будь он цыган, еврей, свидетели Иеговы. Вот о свидетелях Иеговы я, ну, просто охота сказать немножко здесь. Вот их запретили, то другое. Это дело-то все патриарше, это патриархия, Дворкин. И там все из подворотни вылазят. И... Ну да, они не такие, они еретики, я знаю. Но они граждане страны, они ничего не сделали. Нет ни такого закона. А экстремизм? Ну, можешь шовинизм, фашизм подставить еще. Давайте, все сюда. Где видели, чтобы так называемые свидетели Иеговы, свидетели сторожевой башни, вернее было назвать, еретики? Ну, они хорошие граждане, хорошие работники. Да, они настойчивые, лезут там, надоедают. Ну, еще. Экстремизм однозначно. Ведь надо же такую фотографию вставили. Люблю, здесь и юмора сколько, и как они, это не пристроено. Они и не видели, что их сзади сфотографировали-то где-то, глаза опущенные. А кто фотографировал, аппарат сломать надо. А там видно, что это митинг, много людей, там шапки, видать, красненькие, может, даже женщины. Человек звучит гордо. Человек это сегодня по всем параметрам унизительно звенит. Чело в век, разум к вечности направлен. Чело... Чело, лоб и век направленное. А сегодня-то сиюминутное все. Ну и, как всегда, нужно показать наши... А, это вот, вот я как болезнь, это отражение наших мыслей. 5 мыслей, которые приводят к болезням и неудачам. Вот здесь. Это первое, злость. Ну, не считать, просто черная зависть, страх, неуверенность в себя. И как избежать? У нее амулет купить, ну смешно даже. Но смысл правильный. Вера во Христа, молитвой, постом, от всего этого надо отбивать, и Господь сохранит. Вот я здесь смотрю сейчас. Мой мир. Вот оно как. Иос Красная, 17. Это уведомление. Кто тут? Андрею Александрову понравилась проповедь. Вот я стою здесь. Говорю, вот ему что, какие понравились, это фотографии. Андрей Александров тут напал. Ну как напал? Ну вот, моя фотография тут. 620, это здесь. А где она у меня раньше была, я там ее просто сгинул, опять поставил-то. Там несколько тысяч, наверное, рейтинг. Там 5 или 8 тысяч, но ничего и нету. Зашел в редакцию, что-то мне надо было, а там лучший фотограф у них. Вот, Андрей Николаевич Каспришин схватил фотоаппарат и ко мне. Я говорю, так ты что фотографируешь? Он меня 120 раз чакнул фотоаппаратом, 120. Ну, я одну вот эту вот взял. Вот. И сразу они статью поместили в газете, губернская газета. Вот. Ну, и зазомбировал всех, как пишут эти попы. Они знают, это слово ему преподавали, он знает, Осипов, наверное, научил их, забирали. Ну и здесь людей, кто бы ни зашел, глянул на фотографию, а другая у меня, я с головем стою, ту сразу взяли, опубликовали. Ее на журналы разные, на корочки поместили, журнал «Здоровье», и там еще о здоровье, и как-то другому называется еще. Как журнал, который выписывает-то, как он называется? ЗОЖ. А? ЗОЖ. ЖЖЖ, что-то здоровье? ЗОЖ. ЗОЖ. ЖОЖ. Ну, вот так вот. И там на первую эту, на корочку поместили меня. Ну, я им тогда написал. Дескать, а вот она как раз. Вот здесь я вон и выделил, вот я стою. Фотография. Вот она. С голубем. 3190. Вот, ну, 3190 рейтинг. Ну, а тут, которым вот все не помещается. Кто не посмотрит, интересно, что. Ну, вот. А Андрей, когда фотографировал, а то уже у нас он приходил здесь, я голубя взял, он мне, стой, я сфотографирую это. Я сфотографировался. А он взял снегу, тут снегу много было, и в меня бросил. И вот какой контраст он создал, он знает, как. Снег на бороде и на плечах. Это Андрей Каспришин бросил. А он непростой Андрей.
как изобразительное искусство, что-то называется, и получил второй человек в Алтайском крае, получивший от высшего органа власти какую-то, не знаю, что-то там, медаль или что-то, от Путина, прямо от Путина, непосредственно. Он много раз был у нас в Потеряевке, как Волобоев Александр Павлович. И вот он выделяет все фотографии. Андрей, я не пойму, а что он их столько раз, один и тот же-то, проголосовал 3 часа назад. А разве так может быть? Это один человек. Ну, что-то тут такое. Ну, и другое тут где-то. Вот сколько людей. Ну и ладно. Тут очень хороший мой мир, легко. Система была такая, можно было на 10 тысяч отправлять 12 фотографий одновременно. А сейчас нет, все это отняли. Каждому по отдельности. Вот. Ну и форум, наш большой форум. 2083-й день. Вот сейчас я посмотрю, сколько вчера было-то. Ну, 335. Это что, посетителей столько. Ну, а я за ограду даже не выходил, так я ни одного не видел человека. А вот благодаря этому интернету и вышел. Здесь что? А, топ-секта там. Что же такое здесь? Вот надо мне канал этот показать. Вот. Нет, это... Вот сегодня я поставил 5 роликов, по 5, а в воскресенье 10. Вот архив, подарок от Степы, 2 архива, из архива взял, Иоанн Златоуст, собрание и события. На события больше всего приходят, а меньше всего на Златоуста, 7. А Златоуст, еще его слушал, это о простоте и лукавстве. Вот. Но вчерашнее, которое было из Златоуста, уже за ночь, уже побольше, уже 100 человек, ровно 100. А события 304. Из архива экскурсии «От кровати до бани» 377. А еще раньше, если было тут... Ну, тут еще раньше... Это что у нас? Собрание 560. Ну, то есть 1000 для нас это уже запредельно высокое. Вот так. Но тут есть что послушать и посмотреть. Во свете Библии. Вот. Эти ж как. Вот здесь самое главное, это ответы по темам. 4124. И вот вчера, интересно, тут ролик будет стоять. Ко мне зашел. Без прося, без всего. Звонит, то ли открывать, не знаю кто. И бывает, зайдет такой, не отвяжешься. Ну, Володя дома был. Я бы не принял, потому что непонятно. Не писал никто, и по-английски там написано. А оказалось, из Америки, временно он там говорит, пятидесятник, в третьем поколении пятидесятник, 61 год, Леонтий, Леонид. И он мне начал изъясняться. Вот я, говорю, спал, и во сне вас вот, увидел, чтобы я вас должен найти. Ну, так туманно, говорит, было-то. И он нашел меня, и другим теперь всем рассказывает. Во сне никогда не слышал. И он, когда на наших ресурсах-то побыл, он восхищенный. И другим говорит, а вы не знаете, кто такой? Вот Лапкин его форум знаете? Нет. И он так удивляется, что они не знают. Я говорю, да кто же я такой, чтобы знать? Тут у нас сейчас подряд любого. Начни на улице спрашивать. Ну, возьми, 15-20 человек. Кто руководитель Китайской республики? Китая. Ну, большая страна нету. А кто руководитель там Австралии, не знаю, в Канаде? Ну, не знают. Ну, понимаете, это так понятно. А что знать? Ну, спроси, кто сейчас в Испании? Я большие государства беру. И, ну, а кто? Ничего и не знают. Ну, больше Башара Асада знают, тут раз часто бывает. А то бы они про Лапкина знали. И он так удивляется. 2 миллиарда... У подчинения у человека не знает кто. У нас-то тоже не все знают, даже своих-то руководителей. Ну и вот один вопрос могу сегодня осветить. Государство. Сейчас 10-я папка о государстве. Какие тут вопросы? Там мне задавали в университетах везде. Вопрос 1477, 5-й том «Открытым оком». За что вы угрожали властям из камеры? Вот вопрос какой. Это записка.
Дело касалось конфискации магнитофонных пленок с религиозным содержанием. Я болел за них, потому что обокрали многих людей, лишив их духовной пищи. Ну, я дальше пишу. Выдержки из заявления Лапкина прокурору края. Кавычки. Добавляю, что по религиозным мотивам часть допрашиваемых сокрыли, что полученное имя от меня получено совершенно даром. То есть и себестоимость сырья где-то на 2500 рублей я отдал совершенно даром им во имя Христа. Месячный мой оклад сторожа равнялся тогда 72 рубля. А тут 2500. По заповеди Божией делать тайно доброе дело. На суде можно будет об этом сказать. Выражаясь языком Библии, напомню. Судьи их – вечерние волки, не оставляющие кости до утра. Сафония 3.3. Судья Бога не боялся и людей не стыдился. Лука 18.2. Судьи возлагают на весы беззакония своих рук. Беззаконие. То есть собственной корыстной жадности для того, чтобы захватить, награбить у невинно подозреваемых и приобрести себе доход. Когда восточные патриархи снимали дорогую одежду с патриарха Никона, разжаловали его монахи, он сказал: «Турецкие данники, разделите между собой жемчуг-то, по бисеринке вам достанется всем». Голь перекатная. Это было тогда, это и сегодня есть. Допустим, отняли, разграбили нас, обидели на 20-30 тысяч рублей. Но что это для государства? Но после этого тысячеустая молва прогремит по всему миру о всех вас, именно как о беззаконных судьях, действующих в Союзе. Тогда еще 86-й год был, еще время было до перестройки. И эту молву порождаете вы своими корыстными лжеизмышлениями, постановлениями. Такая жадность к противозаконным конфискациям понятна. Вы же дети тех, кто раскулачивал простое крестьянство. Тяга у вас к нетрудовым доходам брать даром, но тихо, без опасения, получить отпор. А с бумажкой, санкция прокурора, дружка с вашего, можно. Но знает ли в Москве, в верхах, сколько зла вы делаете этими своими жадными до чужого добра действиями? Ведь бабушка, у которой вы конфисковали духовную пищу, сейчас совершенно слепая и духовно, и физически, приобрела сама это. К ней приходили, слушали, утешались. Это для них единственное окно в духовный мир. Они собирали грошевые пенсии годами, часто в складчину, чтобы приобрести эти записи. И вот вы все это отняли, ограбили их. У них остались одни ненужные магнитофоны, как корочки от книг. Пройдут год-два, эти доходы, в кавычках, конфискации, следа у вас не оставят. Но молва о ваших беззаконных действиях далеко и долго будет издавать запах позора огромного грязного пятна на теле советской юстиции. Как христианин, я прошу вас и заклинаю именем Бога и Христа Иисуса, верните и мне, и всем все конфискованное. Кроме инкриминируемого мне, если уж так страшитесь этих материалов, то есть архипелаг ГУЛАГ, промасонство там, или в крайнем случае объявите людям, так как по закону вы должны, со слов моего следователя, так как я нахожусь сейчас в тюрьме, все стереть и реализовать через госторговлю, то вам много выгоднее объявить всем, у кого все изъято, чтобы они выкупили у вас все магнитные записи по себестоимости, и люди будут продавать все, будут занимать деньги, но выкупят хлеб для души. То есть взяли, а теперь в магазин выставьте эти катушки. А это Библия насчитана была, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых, 50 книг примерно. Сейчас все это выставлено на нашем сайте. Мы вас предупредили о последствиях вашей незаконной акции не человеческими словами, но грозным словом Божьим, что человек посеет, то и пожнет. Советская власть после изъятия церковных ценностей разрешила иногда тут же выкупать их. Разрешала. Иоанн Златоуст говорит, если у тебя отняли, ограбили, то ты скажи «Слава Богу за все!» И это отнятое Бог примет за счет дороже милостыни. И расхищение имения верующие примут с радостью. Когда вышестоящие органы подтвердят ваши безумные акты грабежа, а иначе этого никто из обиженных вами не называет, мы скажем эти слова, и Бог говорит, то, что ты захватил у бедного, ты изблюешь. Иова 20.15. Многократно. Вы, считающиеся блюстителями правопорядка, узаконивая такое беззаконие, наносите громадный вред нашей великой родине, играя на руку врагов. Да вразумит вас Бог на добро. Игнатий Лапкин, 26 мая 1986 года.
Ну, много тут было написано. И о том, что падет КПСС, меня начальник даже вызвал, стращал. А когда сказал, да слово Божие говорит, что все кончится, невидимое вечно, а видимое временно. Он говорит, в Библии написано. Я говорю, да, ну, наверное, так и будет. А уже ветер-то крепко веял. Горбачев тут помог, слава Богу, и архипелаг ГУЛАГ. Гласность и архипелаг ГУЛАГ. Вот что не спровергло этого монстра лжи, беззакония. Ну, вот так. И на этом сегодня все.